Как тебя зовут? Настя. Привет, Настя. Так, стоять. Почему мне страшно? Ладно. Это тоже надо пройти. Господи. Опять руки неправильно. Что сделать, чтобы прыгнуть? Ни о чем не думать. Господи, боже мой. Прости меня, пожалуйста. Там группа поддержки прям. Опять руки неправильно. Что за хуйня такая? Ну, бывает, да. Не каждый же день полтинник прыгает. Блядь, ну я же смелая, ёб твою мать, что за хуйня? Господи, прости, что я тебя задерживаю. Как успокоиться? Вдох, выдох. Я понимаю, что ты заебалась, таких дохуя, да, здесь? Ну, типа, ты еще не начала, но еще минуту постоишь, тогда начнется, да. Вдох, выдох. А что будет, если... Ничего, короче, вот эти мысли вообще откидывай нафиг. Освобождай мозг от этой херни. Все будет отлично всегда. Здесь. Просто прыгаем. Просто прыгаем. Попробуешь положить меня вниз, получится, не получится, не знаю. Просто. И ничего превосходнее я не делала, серьезно. Это просто охуительно. Да, но я не сделала так, как я хотела, потому что слишком долго думала.